Да, милорд. Это выгодное дело. Слушаю. Служу Господу. Назовите нечестивца, и я подвергну его испытанию. Ересь должна быть наказана! Слушаю. Мой господин. Мой друг, у вас есть предложение? Нет, мы не настолько глупы. На сей раз дипломатия нас подвела. Милорд, я поговорю с ними, милорд. Kann ich etwas für euch tun? Ich muss euch mitteilen, dass wir ablehnen. Auf Wiedersehen. Милорд, у вас деловые проблемы.
Доверьте их мне. Их лавки закроются навсегда. И чья же торговля вас не устраивает? Милорд, у вас деловые проблемы. Доверьте их мне. Пустим их по миру. Милорд? Атакуем противника! Блестящая победа! Поднять якорь! Das sind nicht eure Gewässer! Aber das! Leave me be, infidel! Emchi! Атакуем противника! Наш флот одержал верх! Прокладываю курс, лорд! Ihr seid ein Narr, wenn ihr die feindliche Отправим их ко дну! Блестящая победа! Поднять якорь! Лорд, мы продолжим путь завтра. Да? Абордаж! Победа! Жду приказа. Да? Да, милорд. Жду приказа. Есть, милорд. Да, милорд. Атакуем противника! Наш флот одержал верх! Прокладываю курс, милорд! Поднять якорь! Бросаем якорь до утра! Да. Мы вернемся с победой.
Блистательная победа! И да благословит нас Бог! Победа! С нами Господь! Мы вернемся с победой! Выступаем немедленно. Куда мне идти? Кого мне сокрушить? Что вы хотите знать? И чья же торговля вас не устраивает? Да, милорд.
дело будет выгодным. Что вы хотите знать? У вас деловые проблемы? Доверьте их мне. Их лавки закроются навсегда. Служу Господу. Кого вы подозреваете? Господь покарает нечестивцев. Да, милорд. И чья же ты, милорд? У вас деловые проблемы? Доверьте их мне. Пустим их по миру. Да, милорд. Кого будем разорять, милорд? Их лавки закроются навсегда.
как пожелаете. Думаю, что... Жду приказаний. Отправим их ко дну! Блестящая победа! Есть, милорд! Назовите нечестивца, и я подвергну его испытанию. Они заплатят за предательство. Служу Господу. Кого вы подозреваете? Господь покарает нечестивца. Торговле придет конец. Рад служить. И да благословит нас Бог. Всем спешится, привал. Слушаю вас. You are lucky we will receive you at all, infidel. The Sultan has killed men. If you came to insult us, it has worked. Милорд, и чья же торговля вас не устраивает? Да, милорд, я их разорю.
уже в пути. Милорд, мне нужно отдохнуть. Что вы хотите знать? Это дело будет выгодным. Да. Назовите нечестивца, и я подвергну его испытанию. Они заплатят за предательство. Слушаю. Приказаний. Атакуем противника! Победа! Прокладываю курс, милорд. Милорд, мы продолжим. Да. Мы вернемся с победой. Блистательная победа! С нами Бог! В атаку! Победа! Восславим Господа! Есть! Объединяем флоты. Жду приказаний. Да? Да?
Блокада установлена, милорд. Милорд? Кого будем разорять, милорд? Пустим их по миру. Да, милорд, это выгодное дело. Служу Господу. Назовите имя еретика. Господь покарает нечестивцев. Да, милорд. И чья же торговля вас не устраивает? Их лавки закроются навсегда. Думаю, что это принесет прибыль. Милорд, что вы хотите знать? Уже в пути. Да, милорд. Это выгодное дело. Чем могу служить?